В интервью ВВС певица Светлана Лобода рассказала, почему она решила прекратить выступать в РФ после того, как началась военная спецоперация на территории Украины, и почему Алла Пугачева прямо не сказала, что она против СВО. По словам украинской артистки, решение уехать в Европу было принято из-за того, что она не считает верным проведение России военной спецоперации в ее родной стране, пишет Glass.ru. Лобода добавила, что не раз сталкивалась с травлей в сети из-за своих взглядов, но всегда в сложные моменты ее поддерживала Алла Борисовна. Светлана Лобода долгое время поддерживала дружеские отношения с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным. Общаются они и сейчас. Но, как отметила Светлана Лобода, чаще она разговаривает с Максимом Галкиным. Он, по ее мнению, стал голосом Аллы Пугачевой и передает ее мысли и позицию. Стоит отметить, что Максим Галкин неоднократно критиковал военную спецоперацию России на территории Украины и тех, кто выступает в ее поддержку.